В День памяти святых Петра и Февронии или День семьи, любви и верности принято поздравлять семьи, особенно чествуют те, что являются настоящим примером для многих. В числе таковых была отмечена и многодетная семья Афанасьевых из Сургута. Это, конечно, праздник для нашей большой семьи. Это, естественно, праздник, который мы практически каждый год отмечаем. В этой семье, кстати, праздник стал двойным. Буквально вчера домой из армии вернулся старший сын Афанасьевых. Было там время про семью вспоминать? Да, конечно, было много времени. Звонил часто всем своим друзьям, знакомым, родным, бабушке, дедушке, маме, папе. Уделял время как мог. Кроме торжественной части с вручением цветов и презентов, глава Сергиевского района уделил внимание и общению на темы житейские, обсудив реализацию программы соцконтракта, которую заключила с государством семья Афанасьевых ранее, и иные необходимые меры соцподдержки. Я всех поздравляю с этим замечательным праздником. Хочу пожелать всем как можно больше в жизни, чтобы у нас было радостного детского смеха, мирного неба над головой, ну и любви, самого главного. Телекомпания «Радуга-3» присоединяется ко всем теплым словам поздравления в этот день и желает землякам настоящего семейного благополучия.